Фестиваль «Теплый декабрь», как следует из названия, должен был пройти в последний месяц года. Однако ковидные ограничения не позволили его провести в срок. И вот в солнечный весенний день мероприятие все же состоялось и объединило любителей авторской песни. Если бы он увидел, занесла река, куда тебя, что бы он сказал? Зрители с удовольствием вместе с солистами исполняли песни, любимые с детства многими поколениями россиян, и встречали каждого юного артиста горячими аплодисментами. Фестиваль за 21 год приобрел статус всероссийского и стал хорошо известен далеко за пределами Новоуральска. Что же нам дает песня? Зачем мы собираемся? И дети сказали, что это и память, да, мы можем вернуться в прошлое, распевая, да, песни, полюбившиеся. Это отдохновение души, это и радость, и грусть, это возможность передать свои мысли и чувства, получить море положительных эмоций, путешествовать, завести новых друзей. Замечательный, удивительный детский мир, пение песен под гитару. В этом году было подано 128 заявок со всей страны в разных номинациях. География фестиваля широка. Это 18 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кемерово, Пермь, Новоуральск и другие. Я единственный на гитаре буду играть, композитор, и вот на мне будет все висеть, зависеть. Это, конечно, чуть-чуть страшно, но все равно это потом мне придаст уверенности, конечно, в жизни, что будет хорошо. Вот. Я благодарен ансамблю «Многоголосие», нашему учителю Дарье Георгиевне за то, что я вот здесь нахожусь. Я солист. Я пою. Тоже от меня много чего зависит. Самое главное, не забыть слова на сцене. Ну, я тоже очень благодарен Наталье Георгиевне, что я сейчас тоже нахожусь тут. Что я, в принципе, выступаю, это для меня большая честь. Ну, я изначально любил петь. И устраивала концерты дома для своих родителей. И мне это понравилось. Авторская песня дает огромное развитие человеку. Если ребенок начинает с малых лет слушать великих классиков, таких как Булат Акуджава, Юрий Висбор, Владимир Высоцкий, он принимает на себя важные ценности, принципы и, в принципе, строится мышление, скорее всего, человека на этих песнях. Ну, любимая, однозначно. Я каждый день вот беру гитару в руки, играю. Ну вот я сейчас уже не представляю свою жизнь вот без гитары, без бардовской песни. Наверное, больше такие лирические, мелодичные, чтобы... Ну, веселые я пока не умею прям эмоции отображать. То есть для меня лучше лирически спеть такие мелодичные песенки. Фестиваль – это большой праздник авторской песни. Участники пели от души, заряжая зал своей энергетикой и позитивом. Отметим, что организаторы фестиваля «Теплый декабрь» – клуб самодеятельной песни «Признание» под руководством Натальи Овчинниковой и детско-юношеский центр. Напомним, фестиваль перенесли с декабря на апрель из-за негативной ситуации с коронавирусной инфекцией. А на этот раз и участники, и организаторы были очень рады, что снова встретились в очном формате. Анна Акрамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.